Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Жанна. В этом видео я предлагаю вашему вниманию подборку идей женских вязаных топов и футболок. Летний сезон не за горами, и пора подумать об обновлении летнего гардероба. К весенне-летнему сезону можно связать стильные топы с ажуром или более лаконичном повседневном стиле, а также футболки с удлиненным или укороченным рукавом, как в спортивном стиле для прогулок или поездок, например, футболки поло, так и в более строгом классическом стиле для работы в офисе или для вечерних выходов в ресторан, кино, театр или на выставке. Для вязания легких топов и футболок существует огромное количество самой разнообразной пряжи с разными натуральными и не только натуральными составами. Это не только хлопок или полухлопок, мерсеризованный или нет, но и самые разные смесовые комбинации хлопка с вискозой, например, конопляной пряжи, пряжи из крапивы, буретного и обычного шелка с добавлениями льна и многих-многих других составов на любой вкус.
Спасибо за просмотр. Я желаю вам творческих успехов и вдохновения.